Всем привет, вот и новый ролик, как и просили, на Джеффа убийцу, но перед началом ролика я попрошу вас подписаться на мой канал, спасибо за внимание. Ну а мы начинаем. Полное имя — Джеффри Вудс, псевдонимы, титулы: убийца Джефф Ду, происхождение — крипайпосты, национальность — американец, пол — мужской, возраст — 13 лет, раса — вид — человек, род занятий — серийный убийца, сила — способности, навыки убийств — превосходная скрытность, цели — убивать, преступление — убийство, тип злодея — биография. Джефф — подросток, вместе с семьей он переехал в другой город, где к нему начали приставать местные хулиганы. Во время очередной потасовки на вечеринке Джефф убил их главаря, но и сам получил серьезные травмы, после чего мальчику в лицо брызнули отбеливателем, а затем подожгли. После выписки из больницы, увидев свое лицо, которое стало полностью белым, Джефф начал вести себя неадекватно. Ночью он разрезал щеки в улыбке Глазго и прижег свои веки, после чего убил родителей и брата. Внешность. История внешности Джеффа очень интересна. Для показа образа была использована отредактированная фотография девушки Кейт, которая покончила с собой из-за насмешек в интернете. Лицо Джеффа полностью белое, губы стали алыми, вокруг глаз маньяка черные круги, а рот был изуродован постоянной широкой улыбкой. У Джеффа черные волосы и серые глаза. Из одежды он носит серую толстовку и черные джинсы. В качестве основного оружия использует обычный нож. Точные подробности того, как Джефф расправляется с жертвой, отсутствуют, однако, прежде чем вонзить нож в ее тело, он зловеще говорит: «Иди спать». Вот такой сегодня получился короткий ролик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.